Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы увидим еще одно преимущество того, что вместо забора у меня живая изгородь. По живой изгороди у меня посажен шиповник, и мы сегодня будем собирать его, делать заготовки на зиму, а собирать его будем вот в такую чудесную корзиночку. Вот мой шиповник, который растет по забору. Очень много ягод. Надо обязательно их собрать. И мы сегодня будем собирать плоды.